Ошибка богохульства. Читает Павел Беседин. Обращаясь к вечному магниту в час, когда в душе моей низги, и всегда шепчу одну молитву: Господи, прости и помоги. И Господь прощает, помогает, разводя руками от того, что людское племя помыкает милостями столькими его. Видно, Бог на нас глядит со страхом, как бы кто его ни называл Иеговой, Буддой и Аллахом. Он один, и Богом быть устал, быть он даже некая бестелость или портативный идолог, как от попрошаек бы хотелось спрятаться в укромный уголок, только ему прятаться негоже. И согбенный будто в рабстве негр хочет Бог поверить в Бога тоже. Но для Бога в мире Бога нет. И когда мы с просьбами липнем, забывая отдавать долги, некому шептать ему молитву: Господи, прости и помоги.